Бокер Тов, мы с вами сегодня продолжаем с пятой мишны, восьмой главы трактата Трумот. И у нас была очень интересная тема. А тема мы говорим о жидкости, которая была открыта на протяжении ночи, какое-то время. Да, и мы говорили, какое время это должно быть, что эту воду далее нельзя будет употреблять, пить. Даже если это было, мы говорили, что только три вида жидкости, почему это связано с тем, что змеи могли попить от этой воды, и человек, который потом от нее отопьет, может отравиться ядом змеиным. Но змея пьет не все виды жидкости, а мы сказали только три – вино, молоко, вода. И говорили о том, что времени для того, чтобы это стало запрещенным, нужно всего-навсего столько, сколько нужно змее, чтобы подползти, попить и уползти обратно к себе в нору, в ближайшую. Так сегодня речь пойдет о том, а сколько такой воды может стать запрещенной. Ну хорошо, кувшин, флакон, бочка, ведро, бассейн. Есть ли какие-то ограничения по объему у открытой воды, чтобы она стала запрещенной? Говорит Мишна. Шиур амайма мигулин. Итак, какого объема должна быть вода, чтобы стать запрещенной из-за того, что была открыта на протяжении времени? Ад гдейшет овад баэм амара. Если вода в таком большом количестве, что яд змеиный способен был бы в ней раствориться. Тогда они разрешены. Интересно. А валь поход микана сурим. Но если воды не так много, то запрещена. Велорак биштия сурим. И не только пить такую воду запрещено, а нельзя ее использовать вообще никак иначе. Шекен шану бебрайт, потому что так мы учили в Брайте. Маим шинит галу арей зело ешпехем биршут арабим. Вода, которая была открыта, ее даже нельзя вылить на улицу, на ршут арабим. Вело ервац бахем это байт. Вело и не протирай пол дома, вело и гбаль бахем это атит, и не разбавляй с ней глину, вело и ашке бахем, и не пей. То есть вообще ничего нельзя с этой водой делать. Раби Йоси же говорит, бакелим кольшекен, тем более вода в сосудах. Ага, сейчас поймем. Раби Йоси говорит, что если мы речь идет про воду в сосуде, то неважно в каком объеме. Даже если она очень большая, она будет запрещена. У вакаркаот, но если эта вода была в естественном бассейне, то есть, да, в яме, арбаим сеа, тогда речь будет идти про 100 сеа, ой, извиняюсь, по 40 сеа, как миква, да, 600 литров. Ад арбаим сеа, сурим шум бигу, можно пить. То есть, если у тебя воды больше, чем как миква, то мы считаем, что уже и разбавится. А если меньше, то он еще может навредить. Значит, получается минимум, никакой сосуд такой большой нет, получается, большие у них получаются. Ну да. Но видишь, Раби Йоси говорит, что если это была какая-то кастрюля гигантская, то неважно, даже если она размером с микву, нельзя. То есть только если у тебя это какой-то природный. Но обычно таких не делают большие кастрюли. Мамаем слули вен амарали керет бахем рей мутарин. О, еще видишь, если вода прозрачная и в ней не видно яда, то она разрешена. Раби Йоси же говорит, бекелим кольшекен калмар афилу маем муатим асурим. Так. Вот такая вот история. Да, то есть объем не меньше, чем миква. Следующий объем. Мишна Мусфар ламед перод асурот бахила мехашаш шемен ахаш и тиль бахем эт арсо. Продолжаем нашу тему со змеями, но на этот раз речь пойдет про фрукты. Змея, она не только пьет, она еще и ест. И что, а что, если ты оставил фрукты свои, и она покусала, поела твои фрукты? Никурей тейним ве анавим ве кишуим ве аделуим ве аватихим ве амелафефофоном вот. То есть, говорит Мишна, да, если ты оставил финики, виноград, кабачки, тыкву, арбуз или огурец,
И вдруг увидел в них никурим, дырочки. А филухем кикар. Да, ну, видимо, какие-то такие дырочки. Даже если, говорит Мишна, их кикар, кикар это 60 монет, это много. Кедомар шаперот, он говорит, раби моим. И лучше умер у бабы, в рот углам не курим. Например, ты нашел дерево, на нем очень много плодов, но на этих плодах странные дырки. Эхад гадоль вэхад катан. То тогда не важно, как много этих плодов. Не важно, большие или маленькие. Этот плод, он большой, арбуз, да? Или это плод маленький, виноград. Да, эхад талуш вэхад нахумар. Не важно, сорванный это был плод. Или даже это плод, который еще висит на дереве. Кольше еш болеха. Если в этом плоду есть еще влажность, асур, такой плод запрещен. Шеманахаш не круй за опасение, что от него поел змей. Шекена арас шеметильбо мит аревет алиха шемеприум и хромухло. Потому что сок плода очень быстро по внутренним жилам смешивается с ядом аспида и становится ядовитым. У нешухата нахаш беймаша нишха нахша асура беахина. И укус змея запрещает мипней саканат нефашот по причине опасности для жизни. Рибью курикалмар афаль пишет на трефа. Бекольма кома сураги мипней саканат нефашот саарас. Нельзя сказать, что этот плод трефа, тем не менее он запрещен из-за опасности для жизни, потому что мехалхель бехоль гуфава охель бебсара алдулис лисакен хаявал едея реала. Да, потому что яд змеиный все равно может теоретически находиться в этом плоде, что может повлиять на, да, человек может начать задыхаться, да, у него что-то перекрываться, распывать, как его... респираторное вот это задыхание начнется, и не надо, говорит, не надо мечта говорить, что опасность для жизни делает такие плоды запрещенными. Апсика афилу гэм кикар кашеги внемроба прушим шуним. А что значит, есть тут еще разные объяснения, написано, что и даже если их много, этих плодов, кикар, что имеется в виду, Рамбам понимает это так. И не оно, да, что, мол, тебе жалко, он говорит, нет, все равно выброси. Но что, он покусал все плоды? Что это такое? И не оно, что я юг, дулот кишур кикар эхад. Веш мегихим кишур кар эхад. Веш гурсим бешта кикар кломар афилу эмгдолим мукад. Моша муба афилу. И разные понимают, что большой плод имеется в виду. Да, у тебя огромная тыква. Ну ладно, здесь две дырочки. Что тыкву нельзя есть? Я просто вырежу это место. Не-не-не. Говорит, мечта, даже если плод огромный, или имеется в виду афилу эту. А как это поймать? Две дырочки, не курим, да. Две дырочки рядом. Да. Хедарам, батану, парочка, машина. Да, может быть. А как поймешь? Не поймешь, он говорит, поэтому мы устражаем. Не обязательно, мог быть кто угодно укусил и просто дырки. Как мы устражаем, мы не играем с такими вещами. Если ты две дырочки видишь рядом, есть опасение, что это змея, не ешь. Уже их долина арбеликум. Да, он хаш, ахал, мицадехан, они мицадехан. Я думаю, сегодня точно никто не будет есть там дырочки. Ахал, мицадехан, они мицадехан. Авал, еш машким, а лакуна шешсэ, аре, а мишна мусифа, ахалека, хагадан, хакатан. Кикар, мой гульдвейн, а не гульдвейн, ахал. А, вот что место кикар, ахал. Что если ты решил эти плоды растолочь, финики, сделать огромный гулей двейла. Ну, ты, раньше была такая еда, называется давленый инжир. И ты нашел в одном инжире, в этой во всей, два зуба. А ты уже смешал, у тебя там ведро уже. Говорит Мишна, из-за этого одного ты не знаешь теперь, где он, как, что, все запрещено. Да, ты отложил, да, оплошность. То есть мы просто пытаемся понять, что за такой кикар, о чем говорит мечта.
И очень короткая мишна, буквально из двух слов. Следующая мишна. Амашмерет шель яин. Афаль пише им мехасе это кели, шехаяин мистанен летохо, асура мишум гилуй. Мешамерет. Я думаю, что это воронка, это цедилка. Цедилка для вина запрещена из-за того, что была открытая. А Раби Нехемья разрешает. Да? Если кто-то... Сейчас... Да. Сито, да, точно, я правильно сказал. Сито для вина, через которое отцеживают винные дрожжи. Запрещено, если осталось открытым. Не само сито, а кувшин вина, который был прикрыт только ситом. Так вот, предполагается, что змеиный яд просочился сквозь сито в кувшин и отравил его содержимое. А Раби Нехемья разрешает. А салфетка получается... Да, раньше как бы процеживали, делают дистиллированная вода тоже, салфетка, сито, да, ты думаешь... Да, салфетка, я, например, ночью салфетку надрываю. Нет, у тебя же салфетка, он не сможет попить. Мы говорим, что наверху. Если убрать, значит, берет, понял, что он убрано. Нет, это то, что тут имеется в виду, вот что. У тебя вино открытое, а снизу у тебя сито, и оно процеживается тебе в другой кувшин. Да, змея попила сверху. Вопрос, я могу пить то, что снизу? Нет, говорит Мишна, яд просочился туда. А Раби Нехемья спорит. Раби Нехемья говорит, лишь что-то это яин шебекли, что то, что внизу сосуде, можно пить. Потому что, по его мнению, эйна арасу вердереха мишмерет лакли, что яд не сможет просочиться уже через эту цедилку в сосуд. Он уже разбавится, он уже туда не попадет. Вейн Аллахаке Раби Нехемья. Раби Нехемья Аллаха не идет по Раби Нехемью. Яблоко нет, а то винограда, конечно, сок переходит. Может, знаешь, что он имел в виду, он не переходит. Если чисто не сок, а виноград просто лежит, он еще, как бы сказать, не отжимается. Просто лежит. Целый фрукт. А, видите, еще мы сказали, что трефа, сурами пнесаканадный фанор, умешухат нахаш. Мы не перевели. Мы же мечтали, что укушенное змеей тоже запрещено есть. То есть то, что змея укусила, отравленная ядом, не ешь. О, классно. Вообще интересно, что как бы это трефа. Конечно, это нельзя есть. А имеет всегда значение однозначно те змеи, которые яд имеют, а не просто змея, правильно? Да, но сейчас там такое количество разновидностей змей с ядом, что ты не знаешь, мы говорим, что ты не видишь. Или, например, ты видишь, что да, животное было укушено змеей, а ты сделал ему шхиту. Вопрос, можно такое животное есть или нет? Нельзя. А кто ты знаешь, вдруг оно умерло бы от яда, и яд еще находится в животном. Такое животное тоже есть нельзя. А последняя жизнь, все. Да, вот интересно, я все хочу спросить Рава, да, почему в нашем Валахе сегодня мы говорим только про ночь? Тут ничего про нос не написано, написано просто, есть опасения, да, хоть днем, хоть ночью, хоть когда. Я так понимаю, из-за того, что ночью ты уже спишь и не контролируешь ситуацию. А днем ты контролируешь ситуацию? То не написано, написано и днем, и ночью. Вот именно, наверное, меньше, конечно, но выходит. Ну, не написано, что ночью мы все это говорим. Мы говорим это всегда. Оставил вообще без присмотра открытое вино на время, которое нужно у змеи, чтобы выйти попить и спрятаться, это может быть минута. Все, нельзя пить. А сегодня Аллаха сильно в этом плане облегчает. Ну, возможно, потому что и змей-то особо сегодня тоже. Так, где это? Да. Окей, Лейлу Нишмат. Сегодняшний мечтает были возвышения души Хаим Йосеф Хазанэ Бен Цадок.
Олег бен Шалом, Шабата бен Рувен ломин Хана, Менаха Моше бен Нафтали Херцкая, Ребека Батаким, Аудами Наоми, Авраам бен Йосеф ломин Тамара, Авиму Рирафаэль бен Йосеф ломин Тамара, Акива бен Арон, Анулан бен Ребека, Наоми бен Текву ломин Мирьям, Яков бен Акива ломин Наоми, Сипор бен Михаил ломин Тамара, Хаим бен Исаак ломин Тамара, Галин бен Владимиров, Давибайз Моше Яков ломин Цара, София бен Исаак, Ефем бен Леви, Забин Марк бен Хамед Идис, Лебагиш, Исаак бен Зейд, Мордехай бен Исаак, Дани Менаха бен Хана, Фаина бен Исаак, Риси бен Авраам, Михаил бен Исаак, Роза бен Месиадина, Бартлев, Рувен бен Авраам, Елизавета Бартлев, Маргарита Бартлев, Алла бен Авраам, Мария бен Авраам, Николай бен Авраам, Фурлена бен Авраам, Зорг бен Авраам, Авраам бен Симадуев, Пациюн, Дахан Захарье, Морсихай бен Авраам, Бетелуев, Бобата Кивад, Михаил Гидалия, Мирьям бат Реувен, Улан бен Хана, Шебетай, Сарахай бат Мена, Улан бен Ципор, Шебетай, Тема бат Гита, Венет бен Михаил, Татьяна Хай бат Майя, Алик Давид бен Айзек, Анулад мин Броха, Менухатам беган Эден, Ишаркоах, Работай, и прощаюсь с вами до следующего раза.